Каждую неделю на протяжении 10 лет саратовская газета «Неделя области» отметила юбилей. Поздравили коллектив редакции с десятилетием председатель Саратовской областной думы Валерий Капкаев, председатель Думского комитета по культуре и информационной политике Наталья Линдегрин и наш корреспондент Александр Лысухин. Созданная как печатный орган областной думы, газета вот уже 10 лет подробно рассказывает о законотворческой деятельности в регионе и работе депутатов. Небольшой коллектив редакции умудряется освещать не только все стороны парламентской жизни, но и публиковать материалы на самые разные, в том числе общественно-политические и социальные темы. Сплоченность и профессионализм – вот главные достоинства сотрудников недели области, что в своих поздравлениях особо подчеркнули гости редакции. В данном коллективе именно собрались профессионалы, которые до тонкости разбираются во всех законодательных актах, в законотворческой работе, работе депутата, насколько она сложна и многогранна, как работают с жителями области. Поэтому вот этот вот аспект именно формирования профессионального коллектива я бы отметила в первую очередь. За плечами журналистов недели области не только десятки заседаний областной думы. Каждому из них пришлось немало поездить по городам и весям нашей губернии, сопровождая народных избранников в их рабочих визитах. Таких поездок тоже были десятки, в том числе и в самые отдаленные уголки области. Председатель областной думы Владимир Капкаев, который также посещал избирателей своего округа в Дальнем Заволжье, с благодарностью вспоминает это сотрудничество. Работа депутата, она должна обязательно освещаться. И о работе депутата должны знать не только избиратели его округа, но каждый депутат заинтересован, потому что это областная дума, чтобы о ситуации в муниципальном образовании, в отдельном взятом селе знал, значит, ну, если не вся в область, но чтобы информация была доступна для всех, кто это желает. И у меня самые дальние, значит, районы в избирательном округе, и никогда никто из сотрудников не отказывался выехать с тем, чтобы потом изложить и свое видение, и позицию депутата вот на страницах этой газеты. Кроме руководителей областной думы, сотрудников поздравил и министр информации и печати областного правительства Роман Чевиченко. Такое внимание со стороны представителей обеих ветвей власти дорогого стоит. Но по мнению главного редактора газеты Елены Столяровой, самое ценное – это коллектив, который спаялся в семью единомышленников. Я думаю, похвастаться можно прекрасным коллективом, который сложился в этой редакции. Я считаю, что действительно уникальный коллектив, абсолютно профессиональные журналисты. Я очень рада работать с этими людьми и огромное им спасибо. 10 лет – это первый и, хочется верить, не последний юбилей нашей парламентской газеты. Александр Лысухин, Алексей Новиков, Кирилл Логинов, «Вести Саратов».